Мы уже в аэропорту, готовы запрыгнуть на свой рейс. И скоро мы сделаем это. Неделя боя, погнали. Мы приземлились в Лас-Вегасе, в городе потерянных денег. Я прилетел сюда зарабатывать деньги, хотя обычно люди здесь проигрывают деньги. Так что я сказал это, чтобы как-то вписаться. Я чувствую себя здорово, я полон сил, и мы будем на карантине все время, а не то чтобы 24 часа отсиделся и затем делай, что хочешь. Это правильно. Мы не можем ставить ивент под угрозу срыва. Главный боец прилетел, и он здоров. Так что за это слава богу. Итак, мы направляемся в место, которое я люблю называть Гусиным островом. Мы в Уош-парке. Очевидно, у нас нет времени, чтобы отправиться куда-нибудь в горы, и поэтому мы решили так отдохнуть, хоть как-то побыть на природе и немного порыбачить. Я громко заявлю о себе в среднем дивизионе в этом году. В прошлом году вы видели вторую версию урагана, в этом увидите третью. Я готов физически, ментально, и я просто комфортнее чувствую себя в этой клетке, и я готов к любым вызовам. Я многое что изменил, стал значительно лучше. В прошлом году я отбился всего минуту 15 секунд, то в этом году я хочу выступать активно и выйти на позицию претендента. У меня в комнате бардак, так что... Итак... Наконец-то собираемся в Вегас. Я заряжен на то, что меня ждет, на это путешествие. И я рад, что мы возвращаемся в Вегас, и мне не придется 16 часов лететь в Абу-Даби в этот раз. Так, надо не забыть носки. И вот это тоже нужно не забыть. Майку Коби. 8:24, детка. Мне, кстати, посчастливилось познакомиться с ним лично в 2017-м, когда у нас был сбор бойцов UFC. Он был гостем, который произносил речь. И он просто поразил меня тем, как он говорил, тем, как он объяснял свою историю. И он был просто олицетворением чемпионства. Во всех аспектах, не только в том, что он показывал на поле, но даже в своей каждодневной жизни вне спорта. Он меня действительно вдохновляет. А, быстренько прилетели из LA. Где-то минут 45 летел, так что все прошло быстро и хорошо. Здорово вернуться в Вегас. Знаете, мой первый поединок в UFC был в Вегасе, так что это всегда навевает эти воспоминания. И очевидно, это одна из боевых столиц мира, так что в Вегасе ты всегда чувствуешь, что тебя ждет большой поединок. Это здорово. Знаете, нервишки начинают шалить, и ты заряжаешься на бой. Ну что такое? Соберись, тебя же снимают. Давай, тут же камеры. Как у тебя тело себя чувствует? Да неплохо. С чего начнем? С ног хочешь их немного размять? Окей. Знаешь, забавно, насколько схожие пути мы с Рашадом проходим. Серьезно? Это даже странно. Он попал на The Ultimate Fighter, стал там чемпионом. Я сделал то же самое. Знаешь, затем он выиграл титул UFC. Я сделал то же самое. Да? Он попал в зал славы UFC. Я сказал ему: бро, ты в курсе, что я преследую тебя, да? И он также ушел из зала. Подожди, в смысле? Ну, из зала Джексон Уинг. А, серьезно? Он и Джон Джонс были приятелями.
Джон Джонс был моложе, и он пришел в зал. Затем Рашад травмировался и не смог выйти на титульник, и дал этот шанс Джону. Джон выходит, выигрывает титул. И теперь они должны биться. О, ничего себе! И Рашад, хоть он и дольше был в этом зале, но он улетел во Флориду и начал тренироваться там. Так что я вот так смотрю и думаю, охренеть, какое сходство. Гилберт. Привет. Как ты, приятель? Хорошо. Давненько не виделись. Как долетели? Хорошо, хорошо. Это весь твой багаж? Нет, у меня еще там две сумки и вон там одна. Сколько мы летели? 5 часов? Да. 5 часов. Ну, 4:50. Так что я просто отдыхал, попытался закончить книгу, которую я сейчас читаю. Ты смотрел «Викингов»? Да. Я вот тоже начал, первую серию немного глянул. Так что посмотрел «Викингов». Вот и все. Немного отдохнул, и все прошло хорошо, без проблем. Жду не дождусь боя. В прошлый раз был кошмар, конечно, когда мой тест оказался положительным. Но за месяц до этого я бился с Тайроном Вудли, так что у меня был плохой опыт, хороший опыт. Прошлый был плохим, так что этот должен быть хорошим. В общем, я заряжен, жду не дождусь. Погнали. Hola. Позвольте взять багаж. Меня зовут Эрл, я ваш водитель. Я прилетела из Гвадальхары. Перелет прошел неплохо. Он был немного необычным. Странно, конечно, так путешествовать. Я буду биться с Мэйси Барбер. Я думаю, что это отличный поединок. Мы с ней обе сильные ударницы. Мы всегда идем вперед, так что это будет отличный ко-мейн-эвент. Предыдущий бой я провела хорошо и планирую сделать все еще лучше в этот раз. Спасибо. Надо же похвастаться. Знаете, это был долгий перелет. Просто пытка. Я раз 12, наверное, в туалет бегала, но я сама выбирала место, поэтому сидела рядом с уборной, так что не так все плохо. Тяжело поверить, что это наконец происходит, потому что я давненько через это все не проходила. Я чувствую, что вроде на своем месте, но в то же время есть это ощущение, блин, наконец-то мы вернулись после этого длительного восстановления. Мы наконец здесь, так что это здорово. Тренер Майк сказал, как только мы прилетим, едем в Whole Foods, потому что нас посадят на карантин, а я не хочу питаться доставками. Бои, тренировки, работа в зале — это буквально все, что я знаю. Так что, когда ты не можешь находиться в зале, это поначалу было немного странно, потому что я все равно ходила в зал, мне говорили, тебе нельзя заниматься. А потом начался карантин, и я такая, и как мне теперь жить? Так что я много училась. Изучала видеоматериалы, читала. В общем, это был хороший год, я многому научилась. Я думаю, что этот год был необходим для меня, особенно учитывая то, насколько я молода в этом спорте и как быстро я спрогрессировала. Потому что обычно тебя тяжело удержать, но здесь из-за этой травмы я была вынуждена сделать перерыв. И это пошло мне на пользу, потому что я стала сильнее ментально.